день, друзья! И сегодняшний наш прекрасный солнечный день пополняет видеообзор самого красивого и самого яркого чопера в своем классе. 400 кубов – это, конечно же, Suzuki Intruder в его классическом исполнении чопер. Обратите внимание, как красиво исполнен данный мотоцикл. Это красивый вишневый глубокий цвет, который сочетается с красивым хромом. Конечно же, это симметричные хромированные трубы. Это, конечно же, красивая крышка двигателя, друзья, и легендарный V-образный двигатель. Данная версия мотоцикла собрала в себя все. Это дуплексная красивая рама, окрашенная в цвет бака. Это, конечно же, большие толстые выхлопные трубы. Это большое толстое заднее колесо. И впечатление будет создаваться, что вы будете сидеть только на заднем колесе. Коротенькое, очень коротенькое заднее крыло, которое унизывает квадратный стоп-сигнал. Конечно же, элегантная спинка мягкая, у которой есть секрет. Мы ее открываем, и там имеется, друзья, бардачок с инструментом. Это так удобно и так приятно. Амортизаторы мягкие, которые поддаются регулировке. Обратите внимание, мотоцикл на кардане, что будет вам облегчать мото-жизнь. Обратите внимание, как красиво и элегантно сделан коллектор выхлопной системы. Мотоцикл очень изящный, красивый, с водяным охлаждением. Очень высокая вилка передняя. Обратите внимание, какое узкое колесо с глубоким протектором. Вы будете просто резать и чертить себе линию, по которой вы будете ездить. Данная версия мотоцикла укомплектована очень высоким рулем, что будет позволять вам ездить с высокими руками, и они у вас не будут уставать. Это будет создавать впечатление полета просто. Просто полета. Очень хороший мотоцикл. Дальше, что я хотел бы вам рассказать про его посадку. Мотоцикл очень удобный. При посадке немножечко вы отклоняетесь назад. Правильный изгиб ног, обратите внимание. Мотоцикл очень удобный. Правильно поднятые руки. Очень удобно держаться за данный мотоцикл. Включая электроснабжение. Запускаю двигатель. V-образный двигатель Suzuki Intruder просто мурлыкает. Щелк-щелк-щелк. Мур-мур-мур. Как котенок. Плавная коробочка, друзья. Мотоцикл просто не слышно. Он в прекрасном состоянии. И не забываем, что у данной версии мотоцикла 5000 километров. Это просто подарок. Двигатель мурлыкает. Очень интересная версия мотоцикла. Очень плавный ход. Двигатель мурлыкает и не слышно даже выхлопа. Друзья, торопитесь, ведь этот эксклюзивно прекрасный, красивейший чоппер может стать вашим за сравнительно невысокие деньги. Торопитесь, Suzuki Intruder в его прекрасном вишневом цвете с 5000 километрами пробега. До новых встреч! Ну что, друзья, прокатимся. V-образный двигатель всегда радует своим мурлыканьем. Мотоцикл очень мягкий и удобный. Плавно двигаемся по кочечкам. Включаем поворотничек. Пропустим автомобиль, быстро едет. Ну что, друзья, поехали с пробуксовочкой. Мотоцикл легко набирает обороты и скорость. Мотоцикл очень послушный.
очень веселый. Да, друзья, несмотря на его классификацию, довольно-таки заряженный темперамент у данного мотоцикла. Он просто как сорвиголова. На низких скоростях он мурлыкает и убаюкивает. На большой скорости он дарит просто отъявленный темперамент. Это настоящий мотоцикл для настоящего брутального байкера в коже. Обратите внимание! Мотоцикл очень бодрый. Прям таки спортсмен, сказал бы я. Такой заряженный чоппер. Я бы сказал, это настоящий пегас. Очень красивый, эстетически очень удобный мотоцикл. И в то же время он дарит очень большую динамику на разгоне и на скорости. Тем самым он еще и держит дорогу хорошо. Прекрасный вариант. За совершенно недорогие, небольшие деньги, прекрасный чоппер с великолепной динамикой. Так, друзья, торопитесь, Suzuki Intruder. Не забывайте регистрироваться на нашем сайте motolife.ru, ведь наш сайт создан специально для тех людей, которые хотят приобрести себе мотоцикл. До новых встреч!